Всем привет, с вами я, Изабелла Риц. В этом видео я вам хочу рассказать, как правильно регистрировать свой бренд на Amazon и когда это нужно делать. Очень многие задаются вопросом, как я привезу свой товар, и вдруг его кто-нибудь украдет. Я вам хочу сказать, что вас подделывать начнут только тогда, когда вы начнете хорошо и качественно продавать. Когда ваш товар станет популярным, когда у вас будут продажи больше 50 тысяч в месяц, естественно, долларов, и когда вы станете, ну вот, крутышом, либо крутышкой. До этого, к сожалению или к счастью, нужно иметь определенный резерв времени. Это произойдет не сразу, хотя, конечно, я за то, чтобы взлеты происходили квантово и молниеносно. Тем не менее, когда вы приезжаете на Amazon, вы должны, если вы идете по системе продаж Private Label, то вы сразу же выходите на Amazon с кастомизированным товаром, на котором обязательно будет ваш логотип, то есть вы будете брендированы. Как только вы начинаете набирать обороты, вы начинаете продавать, я вам рекомендую зарегистрировать свою торговую марку. Ни в коем случае делать самостоятельно это не нужно. Есть специально созданные для этого люди, обученные, которые с удовольствием это делают и делают это за определенные деньги. Называется компания Trademark Engine, по-моему, они, не помню точно, вы можете погуглить, и у них обычно есть всякие промоушены, типа $69 за application, и они за вас подают все необходимые материалы, которые впоследствии вы можете просто отслеживать, как идет ход событий, и занимает это от 4 до 6 месяцев в среднем, после чего вам приходит письмо от USPTO, это от официального сайта в США, USPTO.gov, которая вам отвечает, зарегистрирован ваш бренд или нет. И после того, как этот бренд, ваш бренд зарегистрирован, у вас появляется номер и вас опубликовали на сайте USPTO.gov, вы можете смело идти на Amazon и защищать ваш бренд. На все про все где-то уходит от 6 до 8 месяцев, и условно через год, начиная с сегодняшнего дня, вы можете продавать на Амазоне свой собственный бренд, который никто никогда не имеет права подделать, и вы всегда сможете сделать клейм на эту компанию, если что-то пошло не так, что они продают не аутентик. Но не бегите регистрировать свой бренд сразу, потому что никто не знает, пойдет у вас товар или не пойдет, справитесь вы или не справитесь, будет ваш бизнес лететь и все у вас будет замечательно или хорошо, или вам на это понадобится дополнительное время. С вами была я, Изабелла Риц, до встречи в следующих видео и обязательно заходите в мою группу, потому что там много полезной, необходимой информации. Всем пока!